Привет! Ты на канале Puppet Show. Здесь тебя ждут занимательные видео, полезные мастер-классы, а также много интересного контента. Поддержи нас, подпишись на канал, поставь лайк и не забудь про колокольчик, чтобы не пропускать новинок. Досмотри это видео до конца и увидишь полезный лайфхак. И о мечтах. И о любви. Добрый вечер. Здравствуйте. Чашку кофе? Нет, спасибо. Давайте сразу к делу. Какая именно информация вас интересует? В нашем театре работает девушка Кристина Осипова. За ней увязался ходить подозрительный тип. Зовут Денис. Вам, наверное, нужно фото. Может, что-то еще? Рост, особые приметы? Мы с вами поступим так. Я сброшу вам мой email-адрес, и вы отправите мне все, что вам известно об этом Денисе. Хорошо, договорились. Как только будет информация, я с вами свяжусь. Дорогая, я дома. Здравствуй, милый. Кто эта милая девушка? Знакомься, это Эльвира, моя сестра. Говорит по-английски. Hello, Elvira. My name is Michael. Nice to meet you. Hi, Michael. Привет, Майкл. Nice to meet you. Мне тоже приятно познакомиться. Милый, ты голоден? Oui, merci. Я сейчас приготовлю. Эльвира, тебе нравится Париж? Париж – прекрасный город. Ты приехала к нам в гости? Я приехала работать. Я ассистент Киры. Извини, я оставлю тебя ненадолго. Yes. Sure. Да, конечно. Кира, тебе помочь? Девчонки, вы закажите пока. Я сейчас приду. Привет! Ты что делаешь? Отстань! Простите, этого хватит? Пошли уже! Где это я? А это еще кто? Блин! Голова раскалывается. Интересно, в этом доме где-нибудь есть вода? Посплю еще. Доброе утро, милый. Просыпайся. Пойду кофе сварю. Ему будет приятно. Спит еще? Ну да ладно. Стасик, милый, твой кофе готов. Дорогой, просыпайся, Соня. Привет, что вчера было-то? И почему мы тут? Что? Головушка болит. Это же квартира Оксаны, верно? Я тебя в баре случайно встретила. Оксана все равно уехала, я пока тут живу.
Держи кофе. Спасибо, сильно я вчера перебрал. Пару бокалов, конечно, разбил. Но ничего, я с твоего кошелька расплатилась. И мы с тобой тут. Ну да, все было чудесно, не переживай. Блин, уже 9. Давай вставай, опаздываем. Стасик, ты забыл свои штаны. Эльвиера, идешь? Где ты там застряла? Эльвира, не понял. Это правда она? Ой, что-то мне нехорошо. Славик, ты что заснул? Что с тобой? Зачем пакет на пол бросил? Все нормально, пойдем в кафе. Пить очень хочется. Нашел с кем. Эх, Стас, жалко мне тебя. Перестань. На работе на вы и шепотом. Понятно. Your water and cake. Ваша вода и пирожное. Thank you. Спасибо. Your coffee. Ваш кофе. Эля, нет, неужели снова? Hey, man. Эй, мужчина. Can I help you? Я могу вам помочь. No, thanks. Нет, спасибо. Славик, да что с тобой сегодня? Ничего, мне нужно выйти. А теперь обещанный лайфхак.